Помощь людям – главное предназначение социальной службы. В Ульяновской области почти 6500 специалистов, которые трудятся в учреждениях социальной защиты, отметили свой профессиональный праздник. Это самый добрый праздник, потому что в отрасли социальной защиты действительно трудятся люди по призванию сердца и души. Те люди, которые готовы помогать семьям и которые для многих являются, ну, можно сказать, заменяют близких родственников. Это люди, которые ждут в семьях, от которых ждут помощи и поддержки. Притом, порой жертвуя своим личным временем, они всегда готовы отозваться и прийти на помощь. За последние 3 года в работе социальной службы произошло много перемен. Именно социальные работники доставляли лекарства и продукты питания во время пандемии коронавируса. В период, когда население Донбасса покидало свои родные места, соцслужба встречала их в Ульяновской области, открывала пункты временного размещения. Соцработники помогали оформлять гражданство, устраивали вынужденных переселенцев в медицинские учреждения. Сейчас именно соцработники сопровождают семьи, чьи родственники участвуют в СВО. И наши сотрудники всегда находятся на передовой. Поэтому мы всегда заботимся о людях и делаем главное – добро людям. И разрешите, конечно, в наш замечательный профессиональный праздник поздравить всех, кто работает в нашей сфере, и пожелать самое главное – крепкого здоровья, мирного неба, благополучия, мира и добра всем. В День социального работника губернатор Алексей Русских поздравил всех, кто работает в этой отрасли. Уважаемые работники социальной сферы Ульяновской области и ветераны отрасли, я поздравляю вас с вашим профессиональным праздником, с Днем социального работника. Вы представляете одну из самых сложных, востребованных и благородных профессий. Оперативно и высоко профессионально вы оказываете помощь всем, кому она больше всего необходима. Губернатор наградил за многолетний добросовестный труд и заслуги в социально-трудовой сфере почетными грамотами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, благодарственными письмами от имени главы региона, лучших работников системы отрасли в регионе. Работая в социальной защите, люди туда случайно не приходят. То есть это нужно иметь достаточно большую, глубокую, скажем так, широкую душу, потому что мы должны чувствовать, но кроме этого мы не только должны, например, чувствовать, да, то есть мы должны еще помочь, мы должны решить какую-то проблему, с которой приходят к нам люди. Кроме того, накануне праздника в регионе наградили и победителей регионального этапа Всероссийского конкурса профмастерства. Это и лучшие заведующие отделениями, которые работают в каждом муниципальном образовании, психологи, воспитатели, специалисты по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, повара, медицинские сестры и педагоги. Ирина Антонова, Анатолий Рассохин, Улправда ТВ.